Кто это Анна? Я не знаю, кстати, этого чувака. Наня. Я его точно видел на наших турнирах, но, честно сказать, не помню его. Вот именно по уровню игры. Но он берет Мигеля. А Форест Мигель, на было Лао. Интересно. У нас вообще как бы игроков за Мигеля не так много. Вот, со времен Сьоса и Трэш Редекса. Так, ну что ж. Какая у тебя мод красивенький. Начинают подкаты. Форест, да, подкаты. Там все умеет делать, конечно же. Подпроверяют пока друг друга, конечно. Ребята, вот заходит в контрхит. Ну, комбина дропается почему-то здесь. Начинает дальше Мигель накручивать, вертеть. Ножищами своими огромными бить, кулачами просто. Кулачищами. Бить этого китайца получает просто комбинацию. Почему-то дропает постоянно в конце. Не хватает ему вот этого дэмэджа для того, чтобы закончить раунд здесь. Форест должен быть доволен, он выжидает сейчас, конечно. Начинает потихоньку нападать, начинает что-то делать. Машет лаунчерами, но остается безнаказанно это все. И тут паниш, конечно же, есть от Форесла. Пошла комба. Под рейджой сейчас опасно. Дропает слайд. Буквально одна тычка, и вот эта тычка просто под яростью залетает по ноге этому Брюсу Ли. Продолжает дальше. Вот в этот раз слайд тут забуферил. Я, кстати, только сейчас обратил внимание, то, что Форест у нас на Маршале играет сегодня. Да. Пробует нового персонажа для турнира. Угу. По-моему, он уже половину ростеров перепробовал так на турнире. Ну, образно говоря, на самом деле чуть меньше, но очень много разных персонажей нормально. У нас Форест пробует, и это здорово. Угу. Ну, действительно, видно, что затренены какие-то вещи, четверка пробивается, там все нормально. Пока я не вижу, что он путается в чаре как-то где-то. Местами может быть, но в целом все ок. Да, фазигардит здесь, и да, вот за этот реверсал уже какой второй раз получается, сейчас он по щам, так сказать. Ну, So Long Dream дропает комбину здесь, Форест довольный, остается с почти полным здоровьем там. Ну, полстроки, правда, нет. Слайды дропает, все-таки дропает слайды, он немножко технически недопоставил этот момент. Требует экзекьюшна канцлы тут какие-то. От Мигеля. И хоп-кик просто залетает. Прямой наводкой, так сказать, в челюсть. Просто, конечно, здесь без шансов уже, да. Просто в пол вбивает своего соперника. Тут Мигелище. Это начало 10 хитвика, что ли, это от Лао было. Полностью доделает стрингу здесь, плюс здесь. И пошла комбина просто жирнейшая с этого момента. Конечно, это колесо это заходит в контр-хит. Но тоже дропает комбину здесь. Почему-то здоровья очень мало у Мигеля. Реверсал проходит. Жирные плюхи просто залетают. Ни одного удара пока по Форесту не нанесли. И тут Зайвив просто он вот этой стрингой наказывает. 2-2 по раундам. Будет ли какой-то ответ сейчас от Солнга Дрима? Или Форест так его побьет. Не было панишера здесь тоже. Ну, потихоньку подпукивает своего соперника. Стреляется лаунчерами на сейфовом расстоянии. Просто вот так вот. Завив это получается. Или он просто заинтерсептил туда это колесо. Но не реализовал, к сожалению, этот джагл здесь. Поэтому приходится опять из нейтрала. Вот хороший вив паниш здесь был. Ну, комбина какая-никакая имеется тут тоже. Уходят куда-то в темноту от гор. Куда-то в океан наши бойцы. Ну просто бьет, да, на плюсе нажимает. Плюс свой Форест нажимает вот этот контр-хит лаунчер, который приносит ему победу. Вот, ну что, посмотрим. Пока смогет что не сломался. Ли? Не сломался у Фореста Винстрик, хотя был близок к этому Солон Дрим. Да, да, раунд, два раунда целых взял там. Ну, на плюсах пока работает Лоу, так нормально. Ну, Солон Дрим просто не боится, лезет, да, получает паниш за такую дерзость, конечно, здесь не подсаживается. Тут тоже, ну, да ничего. Вот, а зато Форест подсел, да подсел еще как, подсел добро и жирно. И сейчас отправляет своего соперника к стене, будет там продолжать работать дальше. Машется лаунчерами с этими сейфами, и жирная четверка практически добивает этого Мигеля. Он там присел уже под конец, зашугался весь бедный, и он сверху его просто плюхает и накрывает по кудрявой голове. Снова здесь реверсал, нет, было реализации, к сожалению, для Фореста. Дерется Мигель, машется своими ручищами, кастетами, своими огромными ботинками. Форест постоянно его принимает, не наказывает, оставляет безнаказанным. Многие вещи, какие-то контрхиты сумасшедшие просто заходят. Конечно же, максимальный дэмэдж здесь, огромное количество урона. Продолжает дальше прессовать у стенки, и перфект просто уничтожает своего соперника. Уничтожает. Ну что, сможет ли сейчас Слонг Дрим что-то сделать? Да, налетает с какой-то дичью на него, да. Отличное поседунство, но не было почему-то реализации лаунчера, видимо, чуть замедлил Форест. Да, комбину пробивает здесь практически всю. Небольшой дроп в конце. Да. Продолжает тоже на плюсе дальше
атаковать, дальше что-то делать, дальше наступать, залетает жирнейший контрхит, и уже Мигель висит на стене, там этот огонь там весь бедный обжигается. Ну, здоровье, в принципе, одинаковое, есть шанс сейчас, да, вот хороший дебагер, есть ярость сейчас у Фореста. Очень опасно, сейчас Мигель продолжает его приседать, но приседает, не было реализации от Фореста, здесь продолжает идти, огромный плюс здесь, новый плюс здесь, не лезет, тут нужно наказывать, не было паниша тут, ярость у обоих игроков, 20 секунд до конца боя, Форест получает вот этот лоу на добивание, отличнейший выбор ситуации, то есть да, он получает сперва за реверсал пару плюх в лицо, и после этого получает лоу, не садится с Long Dream здесь. Дебагер, да, заходит уже второй раз, он почувствовал, что это может заходить. Зря вот эта четверка в конце, зря он ей махнул, Мигель, да, получил за это, конечно, мощный лаунчер, но не до конца довел до стенки Форестова, поэтому Солнгрин должен быть довольный, что так оно вышло все. Ой-ой-ой, как мощь чувствуется в каждом ударе, продолжает просто давлять, продолжает ставить на этот удар Форест. Стабильно садится там, стабильно получает урон с этой ситуации. Такой вот обманный кувырок в конце и слайд там замаскированный. Она завершает. Стейкин хватает ивентов, они подумали, так? Как бы можно без стейкина там было обойтись. В Екатеринбурге, к сожалению, не так много игроков Тейкин. И, к сожалению, не нашлось того, кто решился по нему турнир сделать. Вот, сами организаторы, которые другие дисциплины делали, не сочли нужным даже сайд-ивент, к сожалению, провести. Увы, увы. Но я надеюсь, что к следующему EFA это дело исправится. Есть у наших ребят с Fighting.ru планы определенные на этот год. Ну, опять же, все будет зависеть от того, разрешат официально массовые мероприятия, в том числе в Москве или нет. Полиссимо здесь у нас. Полиссимо против Кинга. Стандартные бойцы, да, из старых токенов, так сказать. Олдскульный пробивает максимально жирная комбина, максимальный профит с нее. Дальше плюсы там какие-то уходят в оборону, уходит бэкдэшит. Посмотрит, что, говорит, умеет делать этот пол. Пол бросает там сыповыми вещами, какими-то хоп-киками метается по полной программе. Infection смотрит пока на это все издалека, тихонечко, сейфовенько. Просто выжимает из каждой ситуации все, что можно, да. И одна тычка, конечно же, вот 7 золотых букв блестят на ваших экранах, да. Кинг замочил, так сказать. Вот налетает на хоп-кик, немножко увлекся здесь, да. Пол делает пул комбину практически, так, это нестандартное решение, да, и потом снова на хоп-кик насаживает своего соперника. Такой плюс плечом он залез, какая наглость, конечно, должен быть недовольный, из-под седунства делает какие-то вещи, контрхит здесь после этого толчка, грязное плечо, это постоянно просто делает дедфистом, метается, толкается, и Фекшн принимает вот такое вот решение просто прыгнуть с ногами с большого расстояния, наносит этот урон решающий, который забирает раунд. Напались ему тем временем стрингами, валит своего соперника, не-не-не, говорит, не надо тут ничего делать, каким-то арморами пытается отбиваться, дедфисты летят, свистят, четверками машет, опасно, плечи тут между делом просто. Infection тоже хоп-кики решил подключить, почему бы и нет. Хелсвипы, не-не-не, говорят, ну не было паниша, к сожалению, здесь. Ой-ой-ой, съедает кеглю, да, так называемую, куча дэмэджа с нее, конечно же, здесь есть. Да, и ой, в конце, да, не попадает этот удар. Нужно буквально 2000 нанести. Infection просто контрхитовым лаунчером своему сопернику по щам, рейдж драйв использует как можно больше, какую-то хитрую муть начинает придумывать. Ах, не получилось наказать, рейнджа не хватило. Понимаете, что произошло сейчас на таком? Я постараюсь показать по стриму, она уже есть. Ну и там достаточно интересное противостояние обещает быть. Ой-ой-ой, не получилось чуть довести. Нормально, размахайка это мочит, просто не садится. Дефольф делает. Воин делает хелсвип и наказывает сейчас профит на его, закрывает на этот раз кеглю, но там не такой большой минус, там минус 11 всего лишь на ней. Тут можно было тоже наказать, крашит захватом, что будет ли прочистка сейчас? Нет, нет, говорит, прочистки не будет, извини. Ох, какая наглость, просто все использует вообще абсолютно, в плюсы плечами дерется пол. Коп-кик делает на рейнже, но последний так коп-кик надежды сейчас, это был вылет коп-кик надежды, но Infection, конечно, тертый калач, ему пофиг на такие вещи. Не было наказания здесь тоже, Infection чуть-чуть с рейнжой напутал, ну, в целом неплохо было. Ой, контрхитяра залетает, ой, вейки, страшное дело. Ручонку, говорит, давай сюда полисим, будет ли прочистка сейчас? Да, прочистка, ребята, на ваших экранах. По полной программе чистят. Просто сейчас бы как бы пол там не сломался этот, который пол, а не который пол Феникс. И в конце просто медочком, да, соперника своего подсекает. Ну что Полиссимо сделает сейчас? Дедфист он стреляется, наказывает. Дедфист, конечно, у Кинга отличный. Паниш на 15 на рейнже. Вместо реверсала получил огромный жирный лол. Тут поднабанул опять с реверсалом или что это было? Пытается зареверсалить. Дедфист, видимо, Infection понял, что соперник послабее его, и можно как бы немножко красивых вещей сделать, да, каких-то шоу. Но нельзя недооценивать соперника никогда, нельзя расслабляться, потому что может залететь пара дедфистов.
И все. Ну нет. Прочисточка пошла. Второй раз, да, прочистка. Просто весь пол там в трещинах, просто пинкате по лежащему, ножка дебила. Не было наказания почему-то здесь. Ой, что делает пол? Отличная лоу-пэр. Скорее всего, это смерть сейчас будет, да? Да водка тут. Ах, еще одна тычка остается. Есть шанс сейчас у пола. Делает захват. Разрывается захват, конечно, опять левый захват. Все разрывает, все захваты. Просто плюс небольшой пытается реализовать, подойти. Уходит сейфово, пытается инфекшн отыграть просто от защиты, да? И вот за этот виф уже просто джебиками, конечно, за виф этого хопника. Вот это делает. Просто огромные ребята. Там целая вообще эта техническая машина у него. Вот. И всех собирает, всех зовет. То есть все организовывает, а я только уже на готовое на экране то, что вижу, и говорю. Обжект у нас берет Брайана, и Форест выбирает Пола. Пола. Пол против Брайана. Тоже бой мужиков таких, да? Серьезных, суровых мужиков из старых частей. Пол одевает кожаную свою байкерскую куртку. Брайан здесь тоже военный свой. Получает такой размахайку. Просто ДФ-2 просто пихает. Лока делает Форест туда. Хардкорный джагл, ребята. Это джагл тяжелый технически. То есть там идет локоть, потом ВС-3. Там нестандартный, неудобный как бы, да? Джагл. Наказание здесь тоже чувствуется. У Фореста это очень опасный и сильный. Поставлен очень хорошо. Так, канцели тут и делает плечища. Стандартная разводка от пола тоже рабочая. Очень грамотно, очень приятно такого Полесского смотреть. Форестовская вертушечка пролетает в этот раз. Наказание здесь, конечно же. Брайан Миндовые вариации в этой стринге использует постоянно. Делает ее Форест. Не сидит, просто стоит. Чем бояться ДФ-2-1, после которой пойдут дальше какие-то разводки. Здесь 10. Локтишкой туда. Вот и Брайан там тоже что-то вертухает. Какие-то делает. Подпрыгивает Брайан. Видимо, попытка сделать орбитал. Да, хорошая попытка сделать жирную комбу. К сожалению, успеха она не увенчалась успехом для Фореста. Пошли сокер-кики от Брайана. Есть ярость, может быть опасность. И Брайан сейчас накрутит. Налетает на контр-кик, но не было реализации. Снова сокер-кик. Орбитал сейфовый. И в конце на третий удар с этой стринги налетает соперник Фореста. Да, и смерть там для него с ДФ-2 начинает махать. Обжект. Ногами там на пол рейнджа машет какими-то контрхитовыми страшными, опасными. Ну, Форест так и знает, смотрит, конечно, ничего себе, дедфиз, какой инстант там был вообще мощный. Опять снова ПЦБ-4 приносит вот такой вот микро-джагл здесь, а все равно урон какой-никакой. Нет, не хватит, говорит, канцелить, брат, остановись. Говорит Обжект Форесту, наносит всего лишь одну тычку там, но ничего не происходит. Налетает на локтище, просто три локтя хотел сделать Форест. Ого, вот это жир был бы, наверное, если бы третий лав хоть зашел. Ну, нет, комба очень хардкорная. Хватило бы и двух, наверное, здесь. Ой-ой-ой, ярость включается сейчас у Обжекта. Мажет он ДБ-3. Попытка дедфиз там наказать. Ну, просто после неудачной пытки наказать дедфиз. Меняет. Кстати, только одежду на красный костюм. Я немножечко перебью на всякий случай. Напомню ребятам, то, что тут был перед турниром небольшой брифинг от Хавака, главы ФКС Томской области. Томского, точнее, отделения ФКС. Ну и, соответственно, он сказал, что до февраля месяца будет еще как минимум 6 турниров, точнее, не до февраля, где-то до апреля. В общем, будет еще как минимум 6 турниров от Томского отделения. Вот, поэтому следите за анонсами, будут еще возможности получить разряды у всех, кто их по какой-то причине не получил в своем региональном отделении. Тем временем Форест мочит, за пола делает хардкорный джагл. Попытка сделать проход. Просто ДБ-2 прилетает жирнейшим образом в контрхит. Дропается комбинация, но тем не менее здоровья у Брайана очень мало. Вифает рейдж-драйв. Форест как по маслу. Просто очень красиво, да? В тело этого робота залетело просто дедфистище, которое супер кучу урона сейчас там нанесла. Нет, было подседунство здесь. Выходы на всякие стринги там разные. Вертушка махается. Это какой вифпаниш от пола? Просто еще раз дедфистом. Дедфист просто филиграннейше исполняет. Форест чётенько просто делать локтем, хотел завив наказать здесь от сайдстепа, не получилось, просто, видимо, коннект или что-то такое, налетает на орбитал сейчас он. Брайан тоже пробивает достаточно сильную комбинацию, но стенки-то нет, просто пробил комбину, когда водку сейчас не было. Концовки там, есть обоюдка тут, и Форест использует эту ситуацию по максимуму, и под рейджой делает такое количество урона, есть ярость, сейчас очень опасно, буквально две тычки остается в обоих персонажах. Стреляет первый рейджой Брайан, в ответ Форест стреляет тоже. Все, ярости нету, ребята, использованы очки, но все равно одна тычка носит 13 секунд до конца боя и за... Да, тут как паниш просто сейчас в этой ситуации. Играть по мете просто и рано или поздно начнут вещи, которые она делает, они будут заходить просто. Просто там по статистике у нее очень много крутого, и если она будет в определенном порядке, даже порядок не меняя, просто чередовать свои удары там в сетапы, то они будут заходить.
Ну, FF2 опасный, конечно. Ого. Что тут у Зератула надето? Ну, а Жюлия в стандартном своем костюме. Практически. Ну же, посмотрим. Начинает Зератул сразу до канцла. Там хватает за шкварник своего соперника. Комбинация тут, конечно же, имеется. Ой-ой-ой. Попытка ресетов, каких-то вейков. Просто начинается атака. Атака под Жюлию. Жюлия пока ничего понять не может. Просто F2 контрастептит. Просто очень нагло. Сейчас это было буквально в последний фрейм. Успевает F2 зайти. И перфектом забирает первый раунд Зератул. Разошелся. Так, оп. Ой, тут гарантии невкусные, конечно, есть. Очень невкусные гарантии. Смотрите, сколько урона было потянуться. Здесь не было реализации хорошей. Здесь был дилей. А, и налетает вот на эту вот вещь. Просто против Джули, кстати, очень хорошо B4 у Аски работает. Когда она начинает на рейнже, короче, вот эту хрень крутить, когда она начинает B4, Аски очень хорошо работает. Я сам как полуасочник знаю, как Джулиями пролетает просто рейдж-драйв куда-то в молоко. В сторону, и Джулия, конечно, по шапке дает. Здесь Зератул. Тому да. Так. Канцел, не, говорит, я тебя не боюсь, почему-то не ловит реверсал здесь, да, видимо, какой-то хердбокс там был опасный. B3 на всякий случай использует Зератул. Так, вот такой вот обоюдочка не очень хорошая. Вот Джулия просто атакует, идет вперед. Какая наглость, Зератул влазит туда, просто проделает. Закрывает дебагер здесь, конечно, комбинация. Возможно, это будет смерть сейчас. Буквально 2000 останется, даже 1000 останется. Вылетает со спринг-кика, можно было сделать комбинацию. Рейдж-драйв проходит, комбина имеется здесь. Надо как-то нестандартно, может быть, заканчивать. 1000 остается. Ах, да. Быстрее, оказывается, Джулия здесь по фреймам в этой ситуации. Ну, очень неплохо. Зератул перданул так под конец, но пердок не удался. Куда-то отправилась в далекий полет. Джулия, ой-ой-ой, хорошо, отходит в сторону здесь. Это все в гарантию идет. Какие хитрые. Смотрите, сколько урона делает Зератул с этой ситуации. Просто отходит в сторону, он спринг-кик и какую-то непонятную комбинацию делает. Джулия начинает атаковать дальше. Пролетает Б3 в никуда. Зератул конфермит здесь, видит, что не попала в хит. Так, начинаются локти. Локти-то не перехватить захватом, говорит, я на что-то, говорит, здесь руки растопыриваешь у меня. Б3, ну никто Б3 не наказывает. Так, очень опасно, страшно. Джулия идет вперед, налетает на стрингу. Еще буквально 1000. Медовая или лоу. Ой-ой, нажал Зератул кнопку. Буквально, ой-ой-ой, что это? Анблоку было в конце просто. Подсекает просто анблока. Как кулачище разминает свои. Ну что? ДФ1 не Зератул. Вот они пошли локти. Стандартные-то все эти вещи. Не наказывает Б3, она тоже. Преседунство здесь. Плюс на F1 плюс 2. ДФ1 2 там атаски. Все эти комбины, двоечки идут. Налетает на Б3. Это, конечно, радость для Зератула, радость для любой суки. Да, unblockable сетапит стандартной разводки. Налетает к стене. Буквально 2000 остается. И пока Джулия не успела понять, пока Нувисрак не понял, что там произошло, Зератул быстро какой-то говно-стрингой его приделал. Ничего себе хороший сайдстеп здесь. Закрываю дебагер. Хватит мне эту стрингу делать. Только именно когда чисто на боку делаешь, тогда это заходит комбина полностью здесь жирная. Продолжает дальше лоу атаковать. И на конканище налетает. Подожди, говорит, ты увлекся, мой друг. Какие-то идут ресеты. Тут сейф-удары всякие разные идут. Угу. Немного урона из ничего. Вот повезло, что не захватило Джулия его сейчас. А вот в этот раз захватило. Там рейнджа не хватило, а тут хватает. И этот удар противный просто кулаком в лицо пригвоздило Зератулу просто к стене там. Растопыривает снова ручище свои асочка. Толку и никого не дает. Машет четверками. Анубисрак на всякий случай. Ой, как хорошо за спину зашел. Зератул жирно, F2 сделал, но не реализовал. Надо чуть меньше делать реверсалов, потому что у Джулии локти это опасно, страшно, больно. Нормальный СС2, тут на спринг-кик налетает буквально тычка тоже. Это матч-поинт для Анубисракта. Сможет ли Зератул реализовать сейчас этот раунд и бой впоследствии? Или просто ДБ 4-3 в начале Анубисрак полетел на своего соперника. Доводка полностью максимальная, куча урона здесь. Чтобы дальше захват не разрывается, захват дает джагл, останутся в поле, сейчас останется Нубисрак в поле. Блокал, просто машина закрутилась. Так, скрит машина остановили сейчас. Нубисрак может сейчас победить вполне. Есть ярость используется в никуда. 1000 буквально остается, закрывает все сейчас Нубисрак, продолжает атаковать дальше. Зератул нажимает реверсал не работает. Б4 и дилей вот в этой комбинации приводит к победе. Его буквально 1000 ему нужно было донести. Финальный раунд в этом бою начинает Зератул с ДБ 2-1, а никто там не садится. Джулия дальше идет. Канканами метается оборонительными Аска на всякий случай, если вдруг. Разные обоюдки очень невкусные. Так, какие-то лоу страшные, опасные, что же делать сейчас? Нормальный сайдстеп в сторону. Ой, немного урона и здесь. И снова ревью, и снова unblockable тут. Все время спринг-киком останавливают друг друга ребята. Канцел захвата, хорошая была. Канцел, точнее дебагер. Хорошая была попытка от Зератула сейчас. Но просто влезли в него туда. И называется рейд.
рейдж, ну да, почему нет? Старый добрый прием, так сказать, на опыте, да, Зератул затаскивает здесь, почувствовал Зерыч, что летит соперник на него с каким-то говнецом, поэтому нужно срочно принимать решение, реверсал не работает. В железном ринге. Ну что ж, пошло боище, сразу с S2 в начале, реверсал Зератул профилактически практикует, к сожалению, не работает на Жюлию. Ой, налетает на жирную вот эту вот стрингу. Ну, не было реализации здесь, поэтому должен быть доволен Зерыч здесь. Ого, какая лоу там, какой рейндж был. И снова сетапит просто эту вещь гарантиями всяким бьет. На ножку дебила налетает профессионально. Доводка будет, да, доводка будет реализована здесь, но стены нету, к радости. Тут нужно наказывать было. Ой, дилей, очень хорошо, вот дилей это заходит, есть. Да, есть ярость, да, сделал лоу. Зафифтосил, так сказать, и получил наказание здесь. Ой, ся заходит стринга здесь, контрхит, нормальный сайдстеп, не было реализации, к сожалению. Вот это было круто, сейчас канцел дебаггера, переходящий в захват тут же, да, захватом он покрашил какое-то наказание, которое Джулия хотела там сделать. Продолжает у стенки атаковать, и вот наконец-таки реверсал засетапил, DF3 заходит полностью здесь, и ножку дебила он канцелит просто вот этим тоже VS1 плюс 2, не знаю, как это там делается, тоже красиво, очень все по таймингам было сделано. Лещами начинает Джулия хлестать, Аска тоже в ответ пощечину, оплюху такую жирную дает, есть трейд здесь, но не было, к сожалению, реализации, зато жирный контрхит на окончании стринги, доводка до стенки, жирное количество урона, буквально одна тычка остается, лоу перик крутейшая от Нубисракта, продолжает он атаковать, дальше одна тычка у него остается, Зератулу надо потерпеть сейчас немножко, ВС-3 он использует, не поседает снова под этим ударом, и просто Д4 в конце делает ту заветную тычку, которая приносит ему раунд здесь. Матчпоинт для него сейчас, снова с этой тычки начинает ВС-3, подключает к игре, и канканище, просто смертоносный, жирный, мощный канкан, снова канцел, какие-то страшные опасности, пытается запутать эту Джулию, арморами бросается в нее, реверсал, наконец-таки сетапит, Джулия, бедно, не знает, что делать, как-то, ой, пытал, да, отличное решение от Джулии, тоже канцел, выходом захват, попытка на вейк была сделать, сейчас вот эту тычку тоже выцеливает, ждет, Зератул степит, смотрите, что делает, начинает степить, ходить в сторону, о, как не попало в эту ситуацию, есть ярость, сейчас у Джулии начинает прессовать его. Ну, Зератул идет вперед и ладонью просто по сидячему оппоненту, да, пригвоздил его к стене, победил. Ну, было близко, бой был хороший, но Джулия под конец что-то немножко сдала. Или Зератул распердился. Играл каждый день, там, в 2018 году, когда там какие-то цели именно занимать, что-то преследовал. Тогда я действительно об этих вещах думал. Сейчас я так глубоко, к сожалению, не мыслю, потому что играю меньше гораздо. Ну, вот он все это озвучивает. Не играешь, получается. Практически нет. Я вот думаю, что завтрашнего дня я начну опять. Ну, так скажем, что завтрашнего дня... Работающим пенсионером станешь. Да. Я думаю, что я начну опять поигрывать. Как раз я себе делал перерыв, просто нужно было. Ну что, начинается боище на зимней карте у нас Кеп Артем, Фуджин, так сказать, True Fujin, да, против Infection. Infection просто сейфовенько отбэкдэшивает, пока начинает какими-то поками там проверять своего соперника. И Кеп Артем атакует, да, и первая тычка такая прилетает. FF2 жирная. Ой-ой-ой, отбэкдэшивает просто корейским бэкдэшем, отбэкдэшивает дебагерище. Это залетает этот EVGF джиновский, конечно, комбинация от Артема здесь делается. Достаточно неплохая, достаточно жирная. Захватом проверяют праворучным. Тавифа здесь, насколько хорошо двигается Infection, сколько технично он играет. Очень тяжело по нему пасть какими-то вещами, которые обычно залетают. Нет, сайдстеп здесь делать нельзя. К сожалению, есть ярость сейчас у Артема. Будет реализация какая-то хоть где-то еще. Все, уходит в глубокую оборону Infection. Да, и просто завив. Очень рейнджовая вот это вот DB3 или D3 плюс 4. Не помню, как делается это нога у Кинга. Очень далеко достает. И чтобы сделать последнюю тычку, это вообще, конечно же... Тул великолепный, просто залетает жирнейшая оплюха просто куда-то в ухо там этому джину. В конце захват делать. Ой-ой-ой, как он поймал сейчас. Ну, очень, да, технично и успел подбирать. Батин из этапа с анблоком. Угу. Круть, есть такой игрок польский с ником Бати, кстати. Сейчас Бати. Он тоже на активе, что это не видно давно. Вот. И вот Infection много очень у него подчеркнуло. Вот такие вот сетапы с анблокаблами у стены, которые, казалось бы, не должны попадать просто по хитбоксу. Вот. Он каким-то чудом там с расстоянием сантиметров 10-15 просто цепляет твоего соперника. Вот. Ну и, соответственно, вот так называются они у нас батины сетапы в народе. Тем временем Кеп Артем показывает отличный раунд. Сейчас нужно не дропнуть здесь, сейчас нужно доделать. Да, он доделает. Несколько ланчеров, отличный сайдстеп там был, наказание ВГФом, все хорошо, отыграл раунд очень грамотно. Сейчас Артем тоже очень опасен, поэтому нельзя недооценить, конечно, его. Тут наказание, естественно, есть. Конфермит отлично все эти вещи.
Инфекшн не дотягивается, Джиник почему-то тут, там как раз минус 12 тоже было, не получается у Джиника наказать и там. Сейчас пока по лайфлиту Инфекшна чуть больше, да, в какой-то обороне с разбегу, просто пинка, лещей просто хлещет от Джиника. У Джиника ярость пока не горит сейчас, но он очень близок к ярости, в принципе, любой джагл его может убить. Да, одна тычка буквально остается, что же будет сейчас, Инфекшн уходит в дальнюю, скорее всего, будет опять стреляться этой лоу ногой издалека. Делает захват леворучный, это смерть. Нет, разрывает захват этот кеп Артем, у него одна тычка остается, но какой-то прыжок вот это опять в стиле Инфекшна. Запись этого стрима будет на моем YouTube канале, потом там же будет нарезка боев уже, чтобы без воды особой. Так что следите за обновлениями. Очень жирный контрхит, очень отличный прессинг у стенки, хороший ВС-2. Здесь не было реализации, к сожалению, здоровья мало Инфекшна, но он оказывается в более выгодном положении. Но Кеп Артем выводит его обратно в поле, делает FF2, который не получился отстепить у Инфекшна, продолжает дальше атаковать, продолжает на стенку его вешать, пробивает кабину у стены, есть ярость у обоих игроков сейчас, и вот так вот вылетает, ничего себе, какой вылет опасный, не ожидал, наверное, сейчас Инфекшн, может быть, спринкика ждал, для этого сделал захватом, для того, чтобы покрашить спринкика. Кеп Артем выбрал другую вариацию для подъема, которая принесла ему победу. Залетает Hellsweep сейчас. Есть мини-джагл здесь. Не совсем даже мини, а джагл с невкусными вейками какими-то. Так, хватает, да. Не получается. Не захотел прочисточку себе сейчас на пол. Вимпаниш канканом. Обрати внимание, вимпаниш канканом. Сейчас от Джина был. Отходит в сторону. Да, не доделывает он комбинацию. Делает какой-то захват и просто пинка на вейк. Да, сам грэб включил. Пинка там гарантированного. Или это на вейк пинок был сделан. Либо 2-1. Джиник атакует, Джиник опасный. Смотрите, что вытворяет Кеп Артем. Первые два раунда за ним. Сейчас Инфекшн нужно делать какие-то выводы срочно, иначе он может отдать бой. Начинает Инфекшн давлеть, начинает атаковать, начинает делать захваты. На вейк захват делать по лежащему. Сейчас опять невкусный вейк здесь, конечно же, да, с хоп-кик, но почему-то не попадает. Дальнейшее продолжение. Налетает просто на ЭВГ-эп еще, но Кеп Артем тоже дропает комбинацию. Не было подсинуться под ДФ 2-1 здесь от Кинга, тут тоже никто не садится. Не дотягивается Джиник почему-то. Здесь есть ярость у него. Не рвет это ГС, смерть, это скорее смерть. Всего, не рвет, да, это смерть в любом случае здесь. Даже если бы он встал, да, он бы все равно помер. Так, забирает, все-таки ворует один раунд. Сейчас еще два раунда, говорит, впереди у меня. Подождите минутку, говорит, Инфекшн. Ой-ой-ой, какие-то вифы. Да, было подсидунство. Это как паниш сейчас использовалось, ребята. Это был паниш сейчас технически у нас. Так, начало 10 хитовика. Снова пытается поймать, хватает за волосню за эту наэлектролизованную своего соперника Джи. Ой-ой-ой, зачем-то сделал букетчарп. Походу мисклик какой-то был. Мисклик или да, или может быть что-то он хотел хитрое сделать, непонятно. Возможно, и мисклик. Вот так делать кичарш. Ответ просто только вернул сейчас своему сопернику вот этот кичарш. Да. Ну, это уже было целенаправленно, я думаю. Кстати, практически у всех персонажей есть какие-то сетапы, хитрые контрхиты. Ой, хорошо. Очень вкусно и жирно сейчас, как завив получилось. Доводит до стенки, но не реализует. Не поверил, что довел до стены. Делает захват праворучный сейчас. Очень много здоровья отнял своему сопернику. Продолжает дальше приставать через эту вещь. Хорошая была попытка. Неправильный угол сейчас был выбран. Нужно было степить к стене. Тогда бы комбинация прошла. И стена спасла Инфекшн. Но буквально тычка остается. Он начинает куда-то просто шмиться. Да, перфект забирает. Гребов делать в воздухе по сопернику. Что начинается бой? Тулы есть на самом деле, есть, да. Разрывает тут. Ой-ой-ой, налетает на лаунчерище на этот со спины. Не ожидал Инфекшн сейчас. Попытка была проломить как раз пол, да, но не попал первый удар. Ну, зато ломается пол головой Артема. Инфекшн атакует дальше, да. Попытка засетапить была и здесь. Хороший ВФС ДФ2 там, да, делается. Ломает и следующую просто на первом же раунде. Продолжает ломать. Да, и вот этот вот сетап опасность с перепрыгиванием решает и дает победу в первом раунде. Опасно, должен сказать. Так, с ДБ 2-1 снова. Дальше продолжает атаковать, дальше делает захват. В этот раз-то нет, пол не сломал. Думал, что сейчас пол еще думал сломается. Будет вообще, конечно, ну просто жирная серия захватов. Выход на сетап с лаунчером. В конце еще один сетап просто. Одна тычка буквально остается. И вот она просто на рейнже на таком Инфекшн делает армор, который уничтожает врага. Просто как будто два перфекта были, мне показалось. Я не знаю, что это было. Не было. Ну, Кеп Артем порит комбинацию просто здесь, продолжает дальше атаковать. Все у него дропается, потому что кривое залипание было. Не было волсплата. И тут тоже приседает, наконец, наказывает сейчас. Но никак не получается проломить пол.
своим соперником. Но тем не менее, наносит он решающую тычку для этого раунда и забирает раунд. Не так-то просто, говорит, меня не возьмешь, так просто меня здесь, извини, говорит, мы еще подеремся с тобой. Уходят бэкдэш далеко, еще один пол в конце. И жирная оплеуха просто прилетает по лицу Кип Артему. Дикшн делает дальше, еще есть захват, который проламывает пол. Посмотрите, это все в комбину заходит. Снова попытка была перепрыгнуть. Хорошая пэри сейчас было, кстати, от Джина, если кто заметил. Да, лютейшая пэри была. Нажимает кнопку здесь, к сожалению, сейчас, возможно, будет смерть. Если это будет стена, то это будет смерть, да. Все, было близко, но на моментами буквально. Пыщ, вот так вот просто у нас логотип Текена разлетается на мелкие осколочки. Вот, и появляется на ринге наши бойцы. Первая карта Infinity Azur. Провиндус на Клаудио, Максон без... Ой, Провиндус на Йошимитсу, Максон на Клаудио. У нас, понятное дело, без сюрпризов. Вот, кстати сказать, по поводу Лидии Сабест, я говорил, то, что есть у нас за нее бойцы, и мистер Максон один из них, есть она у него в загашнике. Не брезгует. В случае чего, да, ставит он второго персонажа. Так, стильный колдун Клаудио получает паниш сразу же за свою дерзость трехударную от Йошимитсу. На тебе тоже, говорит, в ответ дебагер. Попытка сделать флеш от Провиденса, успехом не увенчалась. Лезет, просто не боится, лезет туда Провиденс, атакует дальше. Но Максон в этот раз стрингу не доделывается. О, вот это хороший вив паниш, так сказать, что это было. Сейчас, да, буквально одна тычка остается, и вот она уже нанесена. И старборст летит, летит и светится рука. Стандартного Клаудоса, как всегда, этот маг. Да, выцеливается ручищей, и загорается ручонка Клаудосовская. Да. Используется сейчас, но не было почему-то. А там крю, зато заходит дебагерок, жирнейший контрхит. Куда, говорит, ты встаешь? Я, говорит, жду твоего подъема. Все, сегодня у Максона схвачено. Как по маслу просто первые два боя прошли. Ничего себе. Даже спринт-кик Йошимитсовский законтрил и убил с помощью джагла в той ситуации своего соперника. Наказывает здесь Йошимитсу стабильно за это колено. Пролетает просто супермен-панчем над дебагером, дорогие друзья. Смотрите, вообще, какая дичь, простите, пожалуйста, происходит. Тут надо наказывать, конечно, палишь имеется. И это смерть, ребята, это смерть. Что это было вообще такое? Мистер Максон. Быстро. Просто. Виплей еженедельных мы его видим тоже. Очень часто он там участвует и до высоких стадий доходит. И Максон, кстати сказать, тоже там участвует. Тоже. Два активных турниров игрока молодых. Провиденс подключился, как будто бы начал что-то делать, начал нажимать на ранже. Пока все, Клаудос делает все очень стандартно. После Супермен Панча там всякие B1 и хоп-кики. Ярости нет, опять он пролетает над дебагером и налетает на флеш просто. Это огромное количество урона для Провиденса, если бы он, конечно, комбину не факапнул здесь под конец, если бы он довел до стенки. Тем не менее, он наносит достаточное урона. Сейчас ярость включается, Максон нажимает оранже и просто мечом пронзает своего соперника. Здесь контрхит забирает раунд таким образом сейчас Провиденс тут. Сейчас Максон. Но зато сочный контрхит сейчас просто отправляет полет, долетит до стены сейчас Ёшек, и там будет комбинация, да, с плечишком на пол лица. Ой, это очень невкусно сейчас было. Сейчас тоже огромное количество урона после этой B1, которая завешивает на стену. Там руку. Да, там перезавес делает потом Максон в этой ситуации, и огромную кучу просто дэмэджа впихивает. Смотри, как мини-джагл, там около 60 наносит рука эта на ранже. Опасная рука, надо с ней считаться, надо приседать как-то. Опять попытка была сделать эту руку, не получилось. Провиденс его подстёк там каким-то образом. На рейнже начинает делать какую-то хитрую муть. Да, тут как вивпаниш сейчас было. Интерцепт. Ой-ой-ой, ну почему-то не получилось сделать комбину. Да, Максон выживает, использует рейдж-драйв, делает нижнюю руку, которую сразу сидит Провиденс, не наказывает. Хоп-кик, он тоже столько шансов было на победу, но ничего, в конце все равно каким-то захватом там в воздухе с вертолета этого мага в синем халате он поймал, и Аполл просто головой его жирный контрхит, здесь снова нет реализации в этой ситуации, зато какая-то дичь на ваших экранах, дорогие друзья, происходит здесь с хердбоксами Текена 7, непонятными вообще абсолютно. По жизням более-менее сравнялись сейчас бойцы. На ранже начинает делать какую-то хитрую фигню опять. Провиденс, ничего ему она не приносит. Максон выжидает, метается хоп-киками, видит, что кики ему не наказывают. Да, можно ими стрелять. И вот один из хоп-киков пронзает цель свою. Будет доводка ли сейчас? Да, доводит. Будет ли смерть? Да, ровно-ровно хватает матч-поинт для Максона здесь. Провиденсу нужно обязательно этот раунд брать, иначе все. Провиденс начинает прыгать, скакать, крутиться. Йошимитсу куда-то убегает, начинает прыгать на расстоянии на большом. Не было и наказания. Тут тоже вообще оставляет просто ненаказанным абсолютно все ансейфы, которые в него делает Максон. И, конечно, Максон доволен от этого. Да, B1, все стандартно, все опасно и больно. У стенки Клаудио очень страшно. Наказание здесь, захват проходит.
Вылетают они в поле, ножка дебила крашит он. Снова Супермен Панч, хоп-кик на рендже, Супермен Панч не наказывает, абсолютно нет вообще никаких наказаний, ни за вив, ни за блок, просто Максон чувствует себя здесь вообще хорошо и свободно, и, да, и просто делает все, и знает, что его ни за что не наказывают. Итак. Нагиси. Он понимает, что зератлоном шутить не стоит и брать всяких полов. Поэтому лучше на гисе отыграть стабильно. Так, Аска на велике опять приехала. Гусятник, давай, говорит, давай. Подруга японская. Сразу джебиками начинает, а тут паниш есть, да. Снова лоу какая-то страшная от Зератула. Там попытка была сделать ДБ3, но налетает на жирного леща вот здесь контрхитового. Естественно, используется комбинатор. Вот такая вот неплохая ежа на всякий случай там вдогонку пуляет просто. Гусять, ничего себе, какой флот здесь. И F2 еще хотел Зератул сделать. Канцелит здесь тоже. Эти вещи все, боже, присел. Гисель что-то нажал, его покрашило просто сейчас. Ресет от Зератула. Тут, боже, как опасно, страшно. И анблокабл он заканчивает первый раунд. Тафенс. Тафенс Зератул показывает здесь. А Форс пока в недоумении. Просто не дает ему взлететь с помощью этой стринги ДБ2-1. И доделывает здесь комбинацию. К сожалению, есть огромный, огромный минус. Но Форс не использует. Как лаунчер этот, просто леща по голове. Ножка дебила продолжает ноги велосипедистки, продолжает гус с помощью своей синей магии, продолжает атаковать, давлеть. С помощью спринт-кик пролетает, с помощью армора своего, продолжает дальше бить. Боже, уже Зератул просто подкрашивает какие-то сумасшедшие вещи. Форест немного в шоке, конечно, все-таки прицельным размахом, так сказать, прицельным огнем останавливает он Аску, не попадает и здесь по ней что-то. Кан-кан пытается взять, одна тычка буквально остается, реверс, но сейчас будет гарантия тут. Ой-ой-ой, второй раунд забирает у Фореста. Зератул сейчас пинкарями там еще поддает этого гусятника после реверса. Вот такая была наглость просто, да? Так, две тычки какие-то. Дальше в плюсы, видимо, Зератул нажал кнопку. Сейчас это как вифпаниш здесь с помощью Макс Мода наносится огромное количество дэмэджа. Будет ярость сейчас включена, скорее всего, но нет. Одна тычка буквально до ярости остается. Если один джагл убьет, сейчас Зератула здесь. Ежейки-то начинает реверслы там размахивать. ДБ-2-1 под яростью прилетает. Рейдж драйва просто пронзает гуся. Перепрыгивание какое-то идет. Начинает дальше атаковать. Спешл мидом останавливает атаку своего соперника. Магические лещи от Фореста летят в атаку. Зератул отбивается всякими разными комбинациями. Ничего вроде как не выходит. Заходит. Лоу, атака страшная. Будет сейчас вейки какие-то. И ножка дебила просто. Или встает, он вертушку делает и отбрасывает свою соперницу туда подальше. Зератул неплохо отыграл, но в этом раунде не получилось. Боже мой, какая обоюдка, какой трейд. Огромное количество дэмэдж, максимальную вариацию с максимальным уроном Зератул делает, но в конце принимает решение для того, чтобы сделать какой-то канцел, там переканцел. Это, в принципе, не приносит ему особо дивидендов, но тут заходило уже каких-то других вещей. Форест немного в шоке, конечно. И это реверсал, просто вот так вот на рейнже одна тычка остается и забирает бой у Фореста Зератул. Хорош, ничего себе. Что творит наш комментатор, смотрите, что делает. Творит Зератул. Бой. Зератул очень быстро накостылял Форесту, да, упрыгивает от леща куда-то в сторону Зератул. Посмотрите, что пытается сделать, вот, ВС-3 там пытается запихнуть, останавливает постоянно Фореста. Это магическая рука не приносит никакого профита. Она, вот, наконец-то она попала первый раз хит. До этого либо Зератул подкрашивал эту руку, либо просто каким-то образом она в блок попадала или что-то еще. Посмотрите, сколько урона сейчас здесь было. Зератул атакует, да, никакие дилеи не помогут, Форест как кремень стоит, ждет, начинает бэкдэшить, начинает кидаться магией, начинает кидаться ежами, и каратистский удар по земле, просто по ботинке по Аскской, ломает ей пальцы, там она падает, умирает, загинается, первый раунд остается за ним, лещами проверяет своего соперника Зератул, F3 хороший был тут, но супер какой-то сумасшедший лоу-перри от гуся, конечно, реализация максимальная в этой ситуации, доводка, практически оказывается в невыгодном положении у стенки, и тут тоже закрывают, уже знают, что будет Зератул на эти вещи ставить. Очень много урона сейчас. Волсплат здесь есть. Респлат на стену. Зератул повезло, что его не было. И захватом просто отбрасывает своего соперника куда-то вдаль. Включается джойстик, потому что Зератул или что, ненадолго во время этого полета. Видимо, там фильм нажал, джойстик аж отключился. Да, все по блокам. Четверки там, стапы стандартные сейчас. Аски. Тут плюсы тоже, все сейфово. Вариация медовая. Есть паниш, небольшой плюс. У гуся там в конце не было, там тоже ничего. Ведет к стене своего соперника. Гус тоже, смотрите, руки там растопыривает. Между делом может и реверсал запихнуть, с этим нужно считаться тоже. Ой-ой-ой, как он туда в этот армор впихнул. И тут тоже завис с большого расстояния. Начинает Зератул махать какими-то прыжками, какие-то что-то делать, нажимать кнопки. И Форест это выжидает, и вот использует. Вот так вот, очень хороший сайдстеп был.
канцелы дебаггеров, которые все равно потом лоу страшно. Смотрите, сколько урона. Еще одна лоу. Просто на моментуме начинает Зератул прессить. Медовую вариацию использует. Есть ярость сейчас у Фореста. Но Зератул делает такой вот перис, да, со встроенной комбинацией, со встроенным лаунчером, да, и забирает. Таким образом, вроде как потерянный уже раунд. Попытка снова была сделать леща. Нажатие кнопки было и тут от Фореста. Немного урона нанес Зератул, но делает дебаггер, который, конечно же, наказывает гусь. Ой-ой, хороший отход в сторону. Закрывает снова. Закрывает эту лоу. Ну, что там кричит, что-то щутит. Пошел гусятник в атаку, пошел бить. Куча дэмэджа на стене, есть ярость у Аски. О, смотрите, сколько урона, простите, извините, буквально тычка остается. Что же делать сейчас? Зератул начинает подмахивать, пьется ежами какими-то форумами, сбрасывается магией своей, начинает атаковать, начинает идти дальше, и ДФ 1-1 заканчивает этот бой. Кольница Аска против Густя начинает с подножки, он в этот раз Форест заметил, что ДФ 2-1 в начале Зератул делает, и канцелит, и таким образом не канцелит, а сбивает его вот эту волшебную синюю ладонь, и он сделал просто лоу. Как option select. Полстроки ему сейчас отнял Зератулу. Зератул покает. Зератул бьет. Ой, прилетает буквально последним фреймом. Вообще за платье, за эту юбочку как будто цепляется. Синевато. И со спринг-киком еще и вылетает. Говорит, ну да, полностью туда. Раунд был за Форестом здесь. Так что теперь сайдстеп. В одну сторону оба степят. Начинает магии колдун стрелять своей страшной ДФ-1 там. Кто-то там бьет, супер БГДш, какие-то поки с полэкрана. Наказание, конечно, здесь мощнейшее, жирное наказание. Использует метр для того, чтобы побольше урона нанести. И ровно пол строки отнимает из своего соперника за вот это вот опрометчивое решение. Зератула, да, опасно. Бьется постоянно там он синевой, это стреляет трейд. Обоюдный здесь, никому ни хорошо, ни плохо от этого было. Есть ярость сейчас, опасно, страшно, вылетает свой F3, но реверсалы не помогут против магии. Реверсалы против магии не помогают, к сожалению. Так что же теперь... Выпрыгивает куда-то, Зертул не канцелит, доделывает здесь эту вещь, получает наказание, после этого ежа на всякий случай. Ну, СС2 пронзает плоть. Ого, вот так вот может сделать гус, да, ловит. Здесь хорошо, что не было макс-мода, иначе была бы комбинация гораздо более сильная. О, реверсал все-таки от Зертула, есть пинка там гарантированного, как будто бы дает. Хорошая попытка сделать FCDF3, не получилось тут. Снова эта вещь в виде наказания, ее использует Зератул, но, к сожалению, не успевает, а вот Форест тут не успевает, потому что окно-то там минус 16, огромное количество дэмэджа, есть ярость у Зератула, но локтем просто с разбегу толкает, отбрасывается. За него, потому что там, я говорю, что там большой очень минус, планч-панч был. Так, ребят, я забыл после всего этого дела еще переключить. Опа, и вот, кстати, Максон сказать, в виде Собьеска выходит на наш экран, это о чем я говорил, то что за нее как раз эти Максон играет. Все, апдейт табличку. Угу. Вот она, на актуальную. И поехали. Ну, инфекшн на кинге. Да, так, естественно. Да. Я, по-моему, ни разу его даже, кроме как на кинге, не знаком. Угу. А, Нармар кинге его, по-моему, видел. Да, Нармар, один да, раз поиграл. На стриме в качестве эксперимента. Так. И я, кричит Лидия Собеска, получила пока она по голове, обоюдка в пользу инфекшена здесь. Трейд нормальный, хороший вив здесь, не было нормального панишен, тем не менее, урон был нанесен. И здесь тоже, на, хватит, говорит мне, что там лезешь мне в ноги, ну как, уйди от меня ты, получай тебе комбинацию с Перри неплохую. Пинка еще по на всякий случай, если вдруг там развалилась, разлежалась. Есть ярость у Лиди, будет ли что-то использовано с этой яростью, пока просто... Пока махи, пока стринги. Ой, одна тычка буквально им нанесена на вот таким вот армором. Полэкраном таки бортует, так сказать, кинговский. Своего соперника просто отбрасывает его вдаль. Залом. Залом от кинга. Любимый полностью чейн, весь проходит. Ой-ой-ой, сколько дэмэджа здесь, руки ей все поломал. Укатилась Лидия, слава богу, повезло. Д2 там какие-то. Снова лоу атаки. Кинговский отпрыгивает, просто прыгает, скачет. Котяра, она никак не подобраться к нему. Наконец что-то настигает него. Смотрите, как уходит он просто и по щам просто этой тетке по щам дает в конце. Очень жирно дал ей-то ей сейчас по щам. Она не смогла встать после такого даже. Два раунда просто ушло. Максон просто не брезгует бить всяким разным непотребством. Захваты, рестлерские удары, ножка дебила спасает. Сейчас все время отпрыгивает кинговский этим прыжком от него. Не получается никак лоу атаковать, не получается никак задеть у Максона. Ой-ой-ой, снова контр-кит, снова по щам, да. И снова куча урона, снова кусок просто от шкалы здоровья отлетает и прилетает просто в челюсть сейчас Лидии. Лидия, скорее всего, не выживет уже после такого, да, Лидию просто аннигилировали, сбили, уничтожили Максону. Но эту руку надо зарядить еще, без заряженной руки, конечно, колдос не такой страшный.
Так, Б1, попытка вифпанишить здесь была сейчас. Первая кровь от инфекшена. Так, эта тычка там лопит была. Машет белыми перчатками, налетает на ДФ2. Очень много дэмэджа, вот загорелась рука, то, что Клауду все нужно, он уже выцеливается раннингом, выцеливается супермен панчем. Не подходи, говорит, ко мне есть Б1, у меня сейфовый, не подходи, я сказал, держится на определенном расстоянии, степит в правильную сторону, использует сейчас Starburst здесь, это название этой руки заряжено, ну ничего, она ему не приносит. Ох, ой, какой хопкик, господи боже, полэкранный хопкик, там буквально по усам коту прилетает, этого достаточно, чтобы заламщить его, кот еще сейчас сделал захват. На расстоянии на этом, может быть, хотел поймать своего соперника, но Колодос в ноги прыгнул, ему дам прокатился, бил. Нормальное постедунство здесь было реализовано. Не дотягиваются многие персонажи, я смотрю, до второго удара, потому что надо сидеть под вторым ударом, все-таки хай, да садится, стоп, да, все будет хорошо. Нормально, начинает Максон разгоняться, начинает прыгать, скакать. Фекшн пока просто уходит от него, карта-то большущая. Нормальное подседунство практикует, я смотрю, подседунство приносит как бы дэмэдж, приносит профит. Не было наказания здесь тоже. Постоянно летит супермен банчем, постоянно дальше атакует. А Инфекшн тихонько его залип и за все. Захват за захватом просто. Захват вот, за кстати, захватом, миксует, да. Он Shining Wizard и ИГС, как раз эти с вот этого движения вперед. То есть они практически идентично выглядят, там очень сложно их различить. Я, например, вообще просто всегда единичку долблю, потому что как бы ИГС типа самый опасный. Вот. Но вообще там как бы угадайка такая начинается. Нужно по анимации какие-то там буквально кадры смотреть. Удалось Максону уйти от этого града хоп-киков, просто которые на вейк были использованы после камбы. Тем не менее, здоровье практически подседает. Опять и получает просто, да. И тут какие-то полугарантии, вот здесь можно было, может быть, встать, может быть, закрыть, но, скорее всего, нет. Матчпоинт для инфекшена сейчас разгоняется, Колодос сразу с первой тычки заряжает себе руку. Будет ли как-то руку это использовать? Опасные сближения вот эти. Доделывает эту стрингу, очень ансейфовую стрингу, третий удар Максон не выжидает, можно было наказать. Там получает сам лаунчер, отправляется в полет, полстроки ему сняли сейчас. Б1 заряженная рука пока ничего не дает. Никто не садится под раннингами под этими. Ну, Максон на всякий случай коленочкой проверил. Тут можно было тоже завив. Да, наказать. Зато инфекшн садится на 5 баллов просто каждый раз. Везде, где нужно сесть, инфекшн садится. Доделывает еще нестандартные комбинации для того, чтобы побольше, может быть, поменьше урона сделать, но оказаться в более выгодном положении. Есть ярость у Максона, будет ли какая-то реализация. Ярость заходит, рейдж драйв сейчас начинает атаковать. Идти вперед, горит рука сейчас. Есть возможность выиграть. Ярость у Кинга тоже летит. Супермен панчем один за другим в раннинге хватает. Двойной захват разрывается. Супермен панч попадает в лицо. Вот, кстати, и колено, да. Первый раз на моей памяти вообще Максон вот так вот смиксовал Супермен и колено. Я ему уже, наверное, целый год про это дело говорил, что у тебя раннинги отличные идут. Вот, но коленку бы туда еще добавлять хоть иногда. Ой, вдропнул, вот дропнул сейчас. Сделал, забрал раунд, хорош. Подсел, наказал. Не перестает сидеть. Так, опасные какие-то моменты нестандартные. Не разрывается ГС, сейчас будет очень больно в любом случае. Будет ли супер больно или больно так? Супер больно сейчас. Очень страшно, опасно, Кинговский готов бежать. Постоянно Б1 нет, Максон на всякий случай. Начинает атаковать, идти в плюс. Идти дальше и просто захватом снова останавливает своего соперника. Скорее всего, это смерть сейчас. Да, да убивает, смерть. Не удается Максону встать. Да, неплохо очень отыгрывает, блестящий проведенный. Ну ладно, все, отключай микрофон. Давай, давай, отключай. Так, берется снег. Снег берется. Байконур берется. Карта без стен по правилам идет первая у нас. А потом уже игроки могут выбирать карту сами. Самолично, собственными руками. Показывает пальцы, говорит, сейчас я тебя завалю. Сейчас, говорит, тебя завалю, Джинник тоже там что-то там ей угрожающее бросает в ответ. И начинают они хлестаться, начинают драться, Зерту сразу прыгивает куда-то, начинают какие-то канцлы придумывать там для чего-то. Вот, ну посмотрим. Да, Кип Артём пытается, да, вот наказать. Не получается ничего. Микропока пока зашла. Лоу и у Зерту сделал свою любимую дилей комбу, которая принесла ему немного дэмэджа. Пропускает хелсвипча и головой в снег, немножко повалялся, там отряхнулся, встает опять. Продолжает дальше атаковать. Ой, в 3 сейфовники. Ой, хорошо заходит вот этот удар. Но кривой угол не позволяет комбину дальше провести. Останавливаемся, говорит, хватит, слишком много машешь здесь. Вот тебе реверсал. Не было наказания на эту лоу. Но, тем не менее, зашел снова какой-то хелсыпль. Что-то там залетело. 2 секунды до конца боя. Зератул делает свою вещь. Никто его не наказывает здесь. Зератул должен быть доволен тут. Ой, реверсалы распахнулись, а.
14 секунд, 13 до конца боя, рейдж драйв по таске. И Б3 просто выстреливает, зародул Б3 надежды, так сказать, какой-то. И таким образом, буквально одной тычки не хватает Кепр Артему, чтобы его одолеть. И зародул все-таки умудряется победить. Трейд здесь, но не успевает F2 сделать в этот трейд, потому что ситуация не очень стандартная. Тут тоже залетает. Вот это лаунчерише делает кичат сетап здесь. Это все не закрыть. Сейчас очень больно невкусно. И продолжает дальше. Но тут случится в ножку дебил, нажал соперник, то он отправился бы в далекий контрхит и наказывает здесь. И канкан этот джиниковский, который там минус 1000 миллионов просто. Зеротул делает F2 туда, профитный блаунч паниша вот тут. Ничего себе. Пошла дальше атака, просто летит таска неумолимо, атакует вперед, налетает на хлесткую вот такую вот ногу сверху накрывает. Но у Кипр Артема не получилось почему-то доделать комбинацию. Зеротул довольно не наказывает стабильно он эти лоу и жирно заходит. Сумасшедшие вещи заходят просто вообще абсолютно сумасшедшие контрхиты. Там это не так просто, кстати, скомбинировать еще. То есть когда делается ВС 1 плюс 2, если челюсти сейчас бить. Да, вот на заднем плане какой-то анимешный дворец виднеется. Начинается бэкдэш, да, что-то там пару нелепостей залетело обоюдно. Ой-ой-ой, что творится? Зератул наказывает туда, пусть паниш такой будет, тем не менее это паниш. Джин очень невкусно там лежит, продолжает лоу просто прицельно бить в лоу Зератул безостановочно. И вместо мида Кип Артем делает лоу, и получается Зератул там руки распахнулся и в реверсале, да зря. Ой, какой хороший канкан, здесь ну, стена сейчас спасет, а нет, все равно есть баунт, используется рейдж здесь, но она идет в никуда. Очень хороший офенс показывает Кип Артем, если сейчас одна тычка остается Зератулу, и вот эта тычка все-таки нанесена. Тычка Зератулу для победы остается одна. Вертолет куда-то повело там от такой напруги аж. Ну, вот Зератул мутит какие-то сумасшедшие опять вещи на рейнже. Снова накрывает в контрхит нога, это каратистская нога, доводка до стенки, но кривой волсплат не позволяет реализовать эту ситуацию максимально. Зато Зератул продолжает целиться в ноги, снова фифтосит, снова целится в ноги, снова гарантия, это летит, атакует дальше. Кип Артем попытался отстепить, что-то нажать, unblockable засетапливает ему, просто бьют безостановочно, не было сейчас волбаунда от микростепа Кип Артем, он и увлекся атакой, а тут-то реверсал подоспел откуда ни возьмись. То творит Зератул, просто избивает джинника бедно, джинник не может ничего сделать ему. Б3 залетает просто между делом, стены там вроде уже нет, надо дощить до стенки, да. Достаточное количество урона здесь, лоу-вариация в конце этой стринги. Снова попытка застапить анблок, ничему не приводит. Прицельная атака по ногам, Кип Артему очень нехорошо и... Очень нехорошо ему совсем в конце, что еще и FF2 1 там прилетело по нему. Города Томска, которая проводит наш сегодняшний гик-конверт, проходящий в онлайн-режиме. Сегодня у нас не только Tekken, но еще и StarCraft 2 там параллельно играется. Абсолютно для всех желающих граждан Российской Федерации старше 14 лет. Ну и поехали. У нас это уже стадия полуфинала нижней сетки. Полуфинала, да. Полуфинала уже. Оп, сразу же. Куда, говорит, на меня Супермен Панчем? Сразу же сдал, но без тракта этого, но не реализовал полученное преимущество здесь. Просто напихал каких-то, какого-то, простите, пожалуйста, говнеца. И все это абсолютно заходит, абсолютно все. Нет блока, как будто у Максона все залетает. Лоу. Ну, в конце вот не получилось сделать комбинацию. Максон уже использует рейдж драйв, уже по всем козырям, по всей грязи, какая только есть, уже пошел по ней. Снова Старберс, снова попытка пройти в лоу. Летит Джулия с полэкрана тоже постоянно. Мистер Максон микросайдстеп применяет и наказывает мощнейшим образом. Скорее всего, этот джагл принесет ему победу, да. Вот это наказание, ребята, это было очень круто. Микросайдстеп и сразу выход на Старберсскую. Вот эту вот комбу буквально вытащил Максон этот раунд, да, еще и в контрхит запихал вот эту вещь. Старбертовская лоу в этот раз. Огромная куча дэмэджа. Тут Джулия вообще уже совсем очень плохо и нехорошо. По-быстрому за 9 секунд, пока Джулия там приходила в себя после поражения в первом раунде. Он и второй раунд по-быстрому забирает. Начинает какими-то там контрхитами Джулия пытаться атаковать. Не получается сделать гарантию здесь по Клаудосну. Клаудос неумолимо движется вперед. Неумолимо движется к своей цели. Продолжает атаковать. Зажигает свою руку для того, чтобы еще больше дэмэджа нанести. Постоянно смещается. Он в сторону. Постоянно смещается вверх. Попытка была сделать сейчас коп-кик, здесь не увенчалась успехом, она зафлоит, или вот тут Джулия машет какими-то рандомными вещами на полэкран, но Клаудос стоит как кремень, выжидает, и все-таки, да, поднапихали там, включается ярость, медовые варианты здесь, лоу не было ни перри, ничего там, захватами проверяется соперника,
Ой-ой-ой, никак не получается ничего сделать. Столько было хаёв, столько было моментов для того, чтобы выиграть. И тем не менее, буферивает в джеб захват, и это приносит победу ему в этом раунде. Ничего себе. Остается на корабле пока еще. Анубис Аракс остается пока в игре еще. Продолжает атаковать, продолжает действовать, продолжает биться и сражаться, потому что шанс все еще есть, шанс все еще остается. Снова попытка была сделать хоп-кик, не получается никак у Максона распрыгаться, взлететь куда-то в неправильный паниш тут. Максон сразу же в плюс применяет раннинг. Какие техники используют наши бойцы, используют наши игроки. Снова Старбер здесь. Наглая попытка была сделать коп-кик, но покрашила. Джулия просто ему своим локтем все время степит. Максон все время степит, пытается куда-то отойти в сторонку и нанести какой-то дэмэдж, но заходит полностью комбинация. Здесь включается ярость. О, анблокабл. Господи боже, такого он еще не понял. Сейчас он Гусарак, то как раз этого игрока, и тоже мы с ним пересекались на турнирах от ФКС. Ну что, Geometric Plane. Карта, да, Geometric Plane. Поехали, пока ножки дебила там позаезжали друг другу, раздолбили уже вот полкарты в красных каких-то квадратах. Все уже там. Джулия просто не стесняясь ансейфовыми стрингами мочит. Последний пиксель буквально в колодосу в харю прилетело сейчас это. Смотрите, используя Starburst, ничего этому не приходит. Опять и снова этот ручище полэкранное. Нас, осади, говорит. Хорош уже тут. Не боится просто продолжать стрингами этими. Тут ребята расходятся в сторону, заметьте, в каком ключе бой проходит. И бегут друг на друга с раннингами просто с какими-то. Ой, не поверил сейчас, что комбат зашла. Это может лишить раунда. Его сейчас использует Клоудос. Лоу-вариацию после Старберса захватом добивает в этом раунде. Быстро очень все происходит. Как только Ярис загорается у мистера Максона, он сразу же использует ее для того, чтобы реализоваться. Отличный вив паниш здесь. Ничего себе, столько дэмэджа здесь. Горит рука. Сейчас снова уходит на расстояние для того, чтобы разбежаться. Обманывает своего соперника, делает хоп-кик, не доделывает эту комбинацию для того, чтобы сделать хоп-кик. Делает очень много дэмэджа. Делает снова разгон руки. Снова Старберс. Есть Ярис. Сейчас продолжает прессовать с Б3. Джулия идет в атаку. Джулия пытается атаковать спешл мидом. Останавливает ее. И SS3 заканчивает этот раунд. Матчпоинт. Матчпоинт для Максона, ребят. Ну что ж, пока да, достаточно уверенно расшатает просто своего соперника. Вот, единственное, конечно, если бы наказал тогда этот минус 17 в прыжке Мюлькина, там бы было менее валидольно. Вот, но в целом уверенно, пока идет Максон. Зашло, просто все. Вылетает со спринт-киком, последний шанс. Встает Джулия, использует ярость. Сейчас тратится ярость, захват разрывается с правой руки. Максон на плюсе продолжает атаковать. Перебил. Хороший хоп-кик, перебили, да, трейд там. Пошла Джулия в атаку, на плюсах тоже атакует. У Максона остается 2000 под Джулией. Просто снова расходятся в разные стороны. И Джулия с разбегом, и снова этой лещом этим, да. Хороший камбэк, а там Анубис Аракта просто ударил сейчас по лоу-кнопкам. Видишь, что пропускает это дело Максон. Ох, на хоп-кик. И опять нижний заходит. Ой-ой-ой, не получилось сейчас там подкрашить эту лову, остался Максон сидеть. Здесь очень опасно, страшно, еще и раннинги постоянно ставят. Спешл мидом останавливает атаку Джули для того, чтобы не дать ей распердеться, так сказать. И посмотрите, что творится. Увлекся здесь и получает огромный урон, огромный паниш. Здесь комбинация. Доводка до стенки, кривой волсплат, к сожалению, продолжает. Опять снова преседунство. Не было профитного паниша. Две тычки буквально остается. Можно было рейдж, кстати, сделать в эту ситуацию. Сейчас рейдж используется в другом месте. Просто какое слоумо, какой зрелищный момент сейчас на наших экранах. Дорогие друзья, хоп-кик, с хоп-кика начинает Анубис Арак. Дотаскивает до стенки, но нет, дропает под конец, получает другую вещь. Не было наказания здесь, к сожалению. Это наказание могло решить исход боя. Продолжает Максон атаковать, продолжает делать какие-то хаевые плюсы. Возможно, целится хоп-киком. Отличный вип-паниш здесь. Небольшие гарантии, медовая вариация. И, скорее всего, это тьмя для Анубиса Аракта. Он бился как лев, но не смог. Финал верхней сетки. Играется он до двух побед. Вот. Точно так же, кстати, как и гранд-финал. У нас все матчи FT2. Сейчас мы напомним в этом инфекшн. Вот. Но зато с братьей Трессетом гранд-финал будет. Вот. На всякий случай напоминаю. Для тех, кто вдруг технические правила не прочитал. Ну что ж, без каких-то сюрпризов по персонажам, Infection на Кенге, Форест у нас уже всерьезку на Дисе сейчас выдает свою магию. На баге колдунья. Да. Оп, леща. Заряжает леща, просто отправляет в полет Кенга.
Еще ежа ему под конец там это. Ой, сколько урона просто и в ответ просто без блока, да, ребята играют без блока, просто сразу в ответ профессионально тоже такая плюха от Кинга, еще одна плюха, но не контрхитовая, сразу переход, захват, залом ноги сейчас идет здесь, не вырывается Форест, скорее всего это смерть от этого Чейна, да, полностью забирает раунд под таким образом сейчас, ни одного блока практически не было, здесь все в хит прилетало, ребята, сразу лоу атака, здесь не было контрхита, а вот тут уже и тоже не, и гусь не дотягивается здесь под этой вещью, просто Кинг еще раз в ответ там вот сразу двоечку это пробивает, залетает магическая, волшебный лещ синевой, заряженный магией, заряженный, да, приносит урон, так, включается макс мод, дальше гусь попытается еще раз, и сверху шурюкинами стреляя тоже с воздуха постоянно, атакует просто кота, у кота уж волосы, это усы там обгорели от этого огня, который гусь постоянно на него кидает, но тем не менее держится, кот сейчас захват разрывает, очень спов играет, попытка сделать граб тоже, налетает на эту вот, на этот удар, на этот лаунчер, на этот оверхед, не знаю, как его назвать, стандартная комбинация от Фореста, 17 секунд на конце боя, одна тычка остается, он пекшн, и Форест наносит ее, забирает таким образом раунды. Да. 1-1 становится. Предельно аккуратно вообще действует инфекшн, то есть буквально там малейший виф, и Гиз тебе практически на пол кабины комбинацию проводит. Поэтому очень-очень бросается, конечно, здесь инфекшн. Минимум, максимум сейфа как бы делает. Вот, очень на грэпчике там что-то набирает. О, хорош толчок сейчас воздухом. С воздуха да. Там мало дамага получается. Открашивал леща, да, но дамаг небольшой нанес. Ну, конечно, Гиз ему больше нанес со своей комбинацией. Гиз постоянно проверяет. О, там вот понимаешь. Наказание. И тут включается ярость. Попытка перепрыгнуть была. Ну, скорее всего, это попытка степнуть была просто неудачная. Мисс импут сейчас получился в итоге. Выглядел как попытка перепрыгнуть. Кстати, некоторые персонажи могут это делать. Ой-ой-ой. Кунимицу и всякого 2D. Да даже, по-моему, сам Гиз может своего Рипукина перепрыгнуть, если не ошибаюсь, и трейдится Рипукинами. Рипукин кричит, Гиз. Рипукин. Вспоминается мне сразу дивка просто со стрима Мортона. Ой-ой-ой, хорошо подсел, но не получилось наказать за это, зато Гиз наказал очень больно. Да, хороший трейд, сейчас, если бы этого трейда не было, то инфекшн бумер. Но он и так, скорее всего, сейчас умирает после этой комбы. Да-да, Гусь все-таки... Чар мощный, Гусь все-таки чар крутой. С разрушаемыми полами выбор инфекшн, да, для себя он берет эту карту, надеется, что поможет она ему. Так, отличный вивпаниш здесь. Дополнительного чирка, там пинка дал по ноге. Магия используется здесь Гусем, конечно, магию он практикует. Он колдун, да, куда ты, говорит, руки растопыришь для перри, получай по голове. Пошел дальше в атаку, неплохо инфекшн пока держится, пока по покам выигрывает. Ой-ой-ой, жирно как, и тут, и там, и здесь, и везде, и захват попытка была сделать хорошая, но вырвался, естественно, Форест по-быстрому оттуда, прожал единичку, хорошо прыгнул, да, вот в завершении, по завершении раунда любит инфекшн так попрыгать, но налетает просто на комбу, и Гус, извините, простите, делает дэмэдж, не получается добить до конца, одна тычка остается у инфекшна, Форест продолжает атаковать, и ДФ один нам просто завершает этот раунд. Ой-ой-ой. Очень близок был инфекшн, неплохо очень отыгрывал, но в конце тут кривая стена, кривой джагл этот все-таки был реализован от Фореста с любой ситуации, но максимально выжимает, как мы знаем. Да, хорошо, хорошо попытка была, хорошая, запанишить, завив здесь от инфекшн, но не получается даже мелкие какие-то вещи там жебами наказать, очень постоянно движухи, очень хорошо двигаются, очень хорошая техника, здесь налетает на лаунчер гусовский, да вот когда стенки. Оба игрока, урон. Кстати сказать, на стиках играют. Да, если кому интересно. Магия просто светится. Подседушка здесь под последним ударом. И вот начинается комба полом. Не было скрю. Здравствуйте, вот и скрю. Доводка. Очень много урона. Простите, извините. Можно было потом еще прыгнуть, но решил дать пинка по лежачему. Хоп-кик. Кривая стена спасает сейчас Фореста. И это, возможно, смерть для инфекшена сейчас будет. Да, мне показалось, не нужно ничего придумывать. Инфекшн не решился там делать сетап с анблокаблом по какой-то причине. Мне кажется, если бы он его сделал, он бы накрыл, ему бы хватило дэмэджа. Вот в итоге, чтобы тот раунд забрать. Но почему-то он его делать не стал. Да, но тут кривая стена помешала ему сейчас. Да, очень хороший был раунд, но в конце Фореста буквально повезло. Ой, залетает нога. О, и хорош, тут просто. Тоже в пол, в бетонный просто. На тебе по блондинистой голове, там что лежишь, получай. Какой-то в пыль, в угол загоняет своего соперника кошара, заламывает ему ногу. Получится ли сделать такой же злом в этот раз? Да, получается. Куча урона, ломается хребет у гуся, ярости пока нет. Попытка еще сделать хоп-кик там на вейк. И тут
спину начинает Гусу атаковать, но Кинг быстро разворачивается, начинает Гусу идти вперед, захват разрывается, давлеет, нажимает кнопки в контрхит, залетают какие-то вещи, попытка сделать лоу, реверсал сейчас, и начинается под яростью комбинация, что вытворяет Гусь, рез-плат просто от стенки, посмотрите, как он реализует, какая оптимизация здесь, и в конце используется, конечно, вот этот 10-хитовик заряженный, неужели это будет смерть, ребята, да, смерть. Что творит Форест? Просто 3-0 по раунду. Вытворяет у него тоже. Ну, у него тоже против меня шансы есть. Да. Против Клаудоса не очень хороший матчап, скажем так. Так, ну, берет первая карта. Да. Выключаю. Берет с первой карта бестеночная. Infinity Azure ночная. Очень часто ее берут, ребята. Бестеночных карт не так много, поэтому эти карты снег, вот Infinity Azure, как там еще вроде есть. Они как бы это очень часто попадаются, конечно, на наших экранах, и бои начинаются всегда практически на ней. Начиная с Ратулс DF1, попытка была Максона наказать его за нее, но нет, вариация. Подумал Максон, что будет лоу-вариация. Зератул сделал мидок, попытка сделать анблок. И тут не наказывает Максон тоже, Зератул должен быть доволен сейчас, что не наказывает его тут. Снова не доделывает анблок сейчас для того, чтобы нанести урон конкретный. Так, потихоньку напокал пока. Ой, микро-сайдстеп у хоп-кик стандартный. Кстати, сетап, который Максон любит использовать после вот этого DF1-1 или VS1-1. Он отходит в сторону, делает купик. Отличный фаниш сейчас. И это будет смерть. Да-да-да, это смерть. Очень хорошо было сделано сейчас Максону, браво. Тут тебя слышно, кстати говоря. Я понял, окей. Ну все. Так, ножка дебила залетает. Здесь у Максона. Дальше еще Супермен Панч. Медовая вариация, там B1. Ой, хорошая попытка была здесь. Ничего себе, Зератул как влез туда в минус 9. Это очень опасно было сейчас делать. Ну, получилось все-таки у него. Опять Супермен Панчи. Подседулся здесь Зератул. Опасно, страшно. Может, кубки в лицо прилетит. Но нет, Зератул не боится. Продолжает дальше атаковать. Делает какие-то канцелы. Переходит, захват, делает реверсал. И получает кубкик за спешл мид, который он махнул. Просто сделал спешл мид. Делал диджей, видимо, хотел Максона остановить. Но Максон просто взял, сделал сайдстеп и хоп-кик. Но залетает дебагерок. Тут у нас в контрхит, треть здоровья уже нету, Зератул, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Сейчас Максон держится на стане, понимаешь, стан смещается в сторону для того, чтобы, если что, сделать степ-хоп-кик опять. Зератул начинает ковырять, начинает идти вперед. Ой-ой-ой, опасно, страшно, где вейв-паниш? Нет, запоздал, вейв-паниш здесь был. Попытка была сделать реверсал, неудачно. Я, Максон довольный, продолжает атаковать, продолжает грызть сейчас. Был флот, не было реализации от Зератула. Здесь четверка в блок, снова уходит на расстояние спейсинга, контрхит, залетает вот эта муть. Да, жестко. Приехала Аска на велике, разломала карту, сразу все. Так, Максон сразу начинает убэкдэшивать, уходить куда-то вперед. И просто хоп-кик, когда это стандартное дело, ты думаешь, ты можешь наказать B1 за вид, но Клаудос так уходит назад, после чего делается хоп-кик, который кражит практически все. Отличнейшая перри здесь, и будет ситуация, да. Попытка засетапить кичардж вот эту вещь, но не получилось из Ратула это сделать. Все-таки, да, потратил он дэмэдж, потратил он ситуацию, в которой мог бы что-то предпринять. Постоянно смещается Максон тоже в определенную сторону для того, чтобы запутать своего соперника. Отличный лаунчер жирнейшим образом пронзает просто халат этого синего экзерциста. Здоровья у него становится очень мало, но разводки вот эти постоянно, да. Он занимается фишингом, Максон буквально ловит соперника на какие-то вещи, он делает какое-то движение. Его сопернику кажется, что это был виф, но на самом деле это была специальная замануха, это была удочка такая для того, чтобы сделать следующее движение, которое покрашит твой вип-паниш. B3 от Зератула залетает прямиком в цель, подбородок мистеру Максону, доводка до стенки, здесь профессиональная, все четко, Зератула, куча дэмэджа, разводки по лежачему чуваку, продолжает дальше атаковать, в контр залетает DB3, страшное дело, Максон давлеет, Максон идет вперед, идет дальше, наказание здесь от Зератула, уходит на расстояние, сейчас будет целиться каким-нибудь атакой, какой-нибудь жестью, Зератул просто очень опасно, залетает сейчас вперед, каким-то чудом Максон не продолжит эту комбинацию, Супермен банч по лицу, спринт-кик в атаке, рейдж арт, рейдж драйв, точнее, есть одна тычка, у обоих одну тычку нужно нести, и Зератула тычка здесь оказывается быстрее. D4 побеждает, а Максон тоже что-то там нажал. Перри могло, конечно, спасти сейчас жизнь Максона, но Максон решил прожать кнопку вместо того, чтобы сделать лоу-перри. Остаются на расстоянии сейчас соперники. Выцеливается Максон, Зератул тоже целится, ему как-то нужно скрывать своего соперника. Вот Максон бросается вперед, делает захват с плюса. Да, B1 на тот случай, если ножка дебила. B3 покрашили сейчас опасно, но Зератул продолжает настаивать на B3 еще раз, несколько раз ее делает. Снова уходит на расстояние, начинает F3. Отличнейшая перри, сумасшедшая просто перри на рейнже крейзи. Перри от Зератула. Лоу-вариация здесь. Некоторые гарантии не используют. Разводит соперника своего. VS3 делается фит. Доводка до стенки, конечно же, есть. Волсплат четкий. Снова вариации на продолжение атаки. Контрхит сейчас все это прилетает. Зератул пытается сделать реверсал. Не было наказания здесь на VS3 тоже. Ой, опасно, страшно. Мастер Максон реализует здесь ситуацию эту. Да.
отходит в сторону, постоянно смещается, нельзя недооценивать его. Защита играет, Максон сейчас комбинируя свою атаку, используя Superman Punch. Так, Зератул накрутил, намутил, использовал здесь вот такую вот вещь. Так, Ресет сейчас, у него будет доводка до стенки, да, куча урона, просто, смотрите, уже подтаяло просто все, гарантия, да, одна тычка остается у Максона, да, и Зератул использует Super Offense, скрипт-машина закрутилась, завертелась, и в нужную сторону, в сторону Зератула. Так, скоп-кика начинает, но не было комбы. Ой, опасно, страшно. Снова реверсал использует Зератул. Гарантии какие-то пинки, там страшное дело. Продолжает атаковать. У Максона сзади спина. Нужно бояться сейчас, да. ДБ-3, да, ДБ-3 нужно бояться. ДБ-3 залетает. И еще один. Ой, и ванблока был потом. После вынужденного перерыва практически полтора месяца. Вот. Ну ладно, на ваших экранах у нас, ребят, топ. Три. Топ-4 России, наверное, все-таки. Как минимум, да, Infection у нас неоднократный финалист и чемпионата и Кубка России. Вот. И мистер Максон, ну, тоже близко стоящий претендент. Постоянно он буквально там в одном шаге останавливался. Вот. Как минимум от Кубка России. Помним его битву с Провиденсом. Вот, за... Помним его битву с Биг Боссом там за кого-то практически. Попытался еще раз в печень дать своему сопернику в Максон, не получилось, у него получил он просто вжбан сам. Но рука продолжает гореть сейчас у него, можно это использовать, конечно, он про это помнит. Трейд такой здесь нелепый выходит у нас. Просто Infection просто D4-ками там, V4-ками мочит и налетает на старбертовскую медовую комбинацию, которая кучу дэмэджа наносит. Ну, загорается яростью Infection, будет ли она как-то использована сейчас. Захват двойной, просто коленом по лицу. И DF1 просто там приветствует на вейке своего соперника. Таким образом, первый раунд быстренько забирает на моментами тоже грамотно, четко, размеренно. Колено на рендже. Ой-ой-ой, не поверил сейчас Максон. А он и не смог бы сделать дальше, потому что рука-то не горела. Руки горящей не было, поэтому, к сожалению, продолжения там не было сейчас. Так, ой, какой вив сейчас опасный был. Ну, Infection тоже не побоялся как бы что-то нажимать. А то вдруг там хоп-хик выстрелит, вдруг его пытаются как бы поймать, обмануть, как вот это было, происходило до этого. Как Максон любит фишингом заниматься своих соперников. Пока поки, короче, поки пока, целая миллиона поков. Ну, раннингами там разбавляет Максон, конечно. Infection выжидает, как тигр, как лев, ждал и вот бросился. Только увидел дырку, сразу влетел просто лаунчерищем там. Куча урона, Максон сразу рейдж-драйв применяет, зажигает себе руку, но не идет. Дальше просто с зажженной рукой давлеет, атакует, идет. Одна тычка буквально ему остается. Infection как бы, ну, тихонько, сейфовенько решает, я так понимаю, по таймингу просто выиграть, да? Ну, вот. Да, и лоу закрывает все-таки, он эту, да, дожидается, так очень сказать, этого лоу. Очень четко, Infection вообще накрывает лоу, там его прям то лоу перри четкая буквально почти на каждую твою порту. Вот, хорошо читается его соперник, ну и плюс вейвдэши вот эти кинговские, можно сказать, автоматически тебе дают шанс лоу перри, вот, от рандомных пок. Смачно дал в оплюху больную сейчас Максону. Пинка еще там пока по лежащему дал. Максону пофиг, он дальше по саймете летит. Дальше летит с райнингами, Б1-ит. Лоу не может сделать, потому что старберста нет. Надо руку как-то зажечь. Кинговский пытается захватом в незаконченную стрингу засунуть. Не получилось у него это сделать. Максон целится. Правый глаз у него закрыт для того, чтобы прицелиться посильней. Тут никто не садится. Наделывается здесь, да, с дилеем. Не поверил, Infection. Ой, залетело жирное. Смотрите, как из рука загорелась. Тихо, на тебе двойной захват. И захват просто сразу же подкрашивает. Он, так сказать, B1 этим захватом. Остается одна тычка, укатывается в сторону. Ну, у Infection там тысячи миллионов вариаций развития. Вот сейчас начинает интегрировать в свою игру какие-то защитные вещи. И элементы фишинга, потому что раньше он больше атаковал гораздо. Ну да, да. Была ставка на хороший раннинг фактически. Да, я говорю, опять же, как бы просто голый раннинг, ну это тоже такой себе. Если человек хорошая реакция, то Infection реакция весьма неплохая, но под раннингами. Я не видел, чтобы прям люто садился. Хотя можно было бы на это дело подлавливать Максона. Да, пока Максон опять поколотили тут. Точно жирно. Так, Б1, куда степишь, друг? Стоять. На, еще раз Б1. Ой-ой-ой, тут успевает Максон пролезть. СС3 там сделать тоже. Пока напокал нормально так, на том же стиле держать. Infection подхотел сделать захват, но Максон его завив, захвата Б1 нам наказал. О, и хорошка, просто контрхит прилетает. Была бы с ним,
комба, да, стенки нет. К счастью или к радости. И еще раз Б1. Б1, какой хороший удар. Посмотрите. Отлично, кстати, Б1 вот да. Этот кидается. То есть там и хоминг, и рейндж отличный. Да, и хоминг, и рейндж. И Коловудос уходит назад, как он делает шаг вперед, когда делает Б1, а потом уходит назад, и тебе кажется, что ты можешь наказать его, нажимаешь туда кнопки, а Коловудос делает хоп-кик свой на месте и крашит тебе вообще все на этом рейндже. Нету ярости, точнее нету старберста. У Коловудоса ему очень хочется ее получить. Подпокивает, он как-то под что-то делает, но ярости пока на руке не горит. Ой, это опасно не было паниша здесь от Максона, к сожалению, к счастью это для... В стиле Тецова сейчас он так вот коленкой прессит. Так, наконец, с помощью рейдж-драйва, да, зажигает. Ой. Да, просто ждет инфекшн, просто выжидает. Армор просто сделал, да. Спокойно, размеренно. Я, говорит, знаю, что ты будешь делать, я, говорит, знаю, на что ты будешь ставить. Я просто буду выжидать, ты сам убьешься об меня. Получается так. Так. Потихоньку подпокивает. Да, все время Б1 делает Максон. А инфекшн держится на определенном расстоянии. Просовывает захваты, там нет, да. Ой-ой-ой, наказывание. Наказание, точнее. О, вот это было круто сейчас. Микросайдстеп, это вот стиль Максона сейчас был, да. Ой-ой-ой, еще раз пихнул просто и убивает. Тут уже просто по дэмэджу хватает для того, чтобы просто заварил там копчиком. Спиной ударился там о камень где-то в воде. Точно. Копчиком стукнулся. Угу. Ой-ой-ой, вот это да, ну из-за того, что рука загорелась, не получилось еще дэмэджа немного сделать, что Коловудос... Второй раз подряд не рвет, еще и с фулл дамагом. Фулл дамагом. Это может решить. Ой, использует что? Тратит. Ой, флот здесь есть, но выживет сейчас, ну какой-то... Ну, если останется дальше, там вейк просто, будет может, оптимально нижний. Да. О, вот вейк, да. Д3 убивает, все. Побили, да, финальный бой. Ну, получается, что... Форесту нужно два раза победить всего. Нет, инфекшн нужно два. А, ну Форесту, да, Форесту нужно два боя выиграть. Вот, да, а инфекшн нужно выиграть два раза по два боя. Два раза по два, да. Ну так вот получается. Чтобы ресет сделать. Появился Хидим у нас в чате сейчас. К сожалению, пропустивший сегодняшний турнир. Не увидели мы его Йошика Лейфенга. Вот эту вот славную троицу. Но зато у нас есть Дисговор против Кинга на карте Инфинити Азура. В таком вот замечательном розовом моде. Нравится движуха опять, начинается бэкдэш. Начинается техника, ох. Хорошая попытка наказать там была. Лещами стреляется Форест просто этими волшебными постоянно. Уйди, говорит, от меня кошак, на тебе езжай еще туда. Как себя чувствуешь для того, чтобы... Езжай этого кидать, для того, чтобы расстояние сократить своим соперником. Ой-ой, попытка была сделать реверс, но туда быстро инфекшн сделал захват, а Форест порвал этот захват. Вообще, что творится? Просто какая техника, какой уровень игры, сразу видно, да, вот это вот профессионалы играют уже. Пока ни одного джагла, просто чисто корейский. Вот первый джагл, только я сказал, ни одного джагла, первый джагл от инфекшена, да, и удачный джагл, буквально одна сопля остается там, 17 секунд до конца боя, сейчас Форест начинает идти вперед, налетает просто инфекшен на этого леща, и, возможно, сейчас тоже будет делать Форест, да, использует свою комбинацию 10-хитовую, которая куча урона сейчас отнимет, но убьет ли она? Да, убивает, с ума сойти, просто волшебные вещи. Да, зарешал просто, зарешал. Вообще не боится, Форест, не, так сказать, и усом не повел, да, нервы железные у него, по-быстрому там все закончил, вот она говорит, ситуация, все, 10-хитовик этот в конце там четко, ой, ГСины покрашили просто гусю, что-то, да, не стал он уже full damage. Просто эпидемия full дамага с ГС сегодня у нас. А тебе тоже захват? Не, говорит, твой захват не подходит. Так, Макс Мод, Леща, туда еще и Шурюкин, вообще всю стрингу, все, выдержал инфекшн, все, в блок. На тебя ногой не подходи ко мне. Ой, квив какой. Тоже ногами, говорит, умею биться. Говорит гусь. Хороший лоу был заблочен, но не было, к сожалению, паниша там. Начинает атаковать. Время-то в 15 секунд до конца боя. Бьют друг друга просто. Не наказывают. Не реализуют какие-то ситуации. Но по здоровью сейчас у инфекшн здоровья больше. По таймеру затянет 5 секунд. Может просто отлежаться сейчас после какой-нибудь нокдаун еще тысячи. Угу. Все. Ух. Спалил Макс Мод сейчас. Ага, ну что делать? Это не засчитывается, если что. Да. Так, 1-1 становится. Очень, очень грамотный, размеренный тейкинг. Такой очень умный у нас начинается. Начинают ребята
просто проверять, просто покать, просто тыкать друг друга. Никаких рисков, никаких там жагл. Ой, хороший вивпаниш здесь за магическую синюю руку. На тебе рукой по ноге, что-то там почесал. Ой-ой-ой, какой выстрел просто с подседунства. Выстрелил своим тапком просто или босой ногой, там просто коту по хлебарю. И тут зафлотил, да ничего себе. Конечно же, используется этот шанс, чтобы нанести какой-никакой урон. Бежит, атакует дальше, просто давлеет. На кота чувствует, что превозмогает его здесь. По силам, по всем остается. Здоровья маловато, у инфекшена что-то нужно делать. Может ярость включать, но нет. Затыкал просто, ДФ одинил в конце. И да, быстро в пасть руку засунул и убил. 2-1 по раундам становится, наступает ночь на нашем Красном море, на этом, да, на, полежи, на тебе еще, что-то, говорит, лежишь, тебе сломал ему ногу там, и спину заодно тоже. Пошел все, весь массаж сейчас делать. Наконец вырвался сейчас, Форест еще и захват порвал двойной между делом, который там припас инфекшн для него на всякий случай. Есть микроджагл, но нет, все-таки не было. И снова этот топлеуха с подседунственного состояния просто. Выстреливает по коту, бежит, атакует, захват разрывает, все захваты абсолютно. Вот это жирная нога от кота, теперь уже была очень мощная нога, которая остановила прыть Фореста. Здоровье Фореста, кстати, меньше, поэтому коту нужно держаться тихонько, сейчас также сейфовенько. 15 секунд до конца боя, можно, говорит, немножко поатаковать, ГС. Попытка сделать ГС, неудачная. Это время, потянуть время, зато эта попытка может. Ну же по таймапу снова сейчас выиграет. Да, а, закрывает, все, и в конце, да, эту лоу просто берет. Закрывает и наказывает. Чистый инфекшн показывает. Суровый, суровый тейкинг. Выдержку показывает. Нервы показывают. Железные просто у него. Тихонько, аккуратно там начинает ковырять гуся. Этого гусь тоже отбивается от него. Но тем не менее, кот наносит больше. Уже ты и пинка дал, и несколько ударов вниз. Супер сайдстеп, супер бэкдэш. Позволяет Форесту просто отходить от захватов буквально. Вот налетает на лещ. Инфекшн сейчас налетает на лещ. Снова бежит Форест вперед. Сайдстеп, потом тройки под максмодом атакует. На, говорит, захват тебя. Не, не работает. Неоднократно, кстати, замечаю от инфекшена. Бывает у него прям эпизод, когда он начинает на захваты прям вот жестко давить. То есть как будто, не знаю, чем еще вскрыть своего соперника. Вот, просто вдышится и вот так вот пытается вот эти двуручные захваты миксить. Вырывается вперед за 10 секунд до конца боя сейчас. Форест использует инфекшн ярость. Одна тычка буквально остается, 7 секунд. Попытка сделать. Ох, налетает, хорош, да. Хватит, не хватит таймера. Не хватит таймера. Рейжа, нет, да. Таймера. Да. Ну что ж, четко Форест забирает этот бой. Ну вот та же карта. Гус наряжается. Павлини переставляет себе взад. Буквально. Так. Начинает стреляться огнем там. Ну. Лещами. О, хватит, говорит, мне эти лоу делать. Я чувствовал, что ты целишься, чувствовал, что смотришь мне в ноги, получай тебе туда. Бежит, смотрите, как он растопырив руки, чувствуется сила в этом блондинистом мужике. На того рестлера мочит, убивает, разрывает ГС, никаких, говорит, ГСа здесь хватит, на тебе ежа, не подходи ко мне. Попытка была сделать оплюху леща, отличная лоу перри здесь от инфекшена. Дэмэдж наносится, вейки сейчас будут какие-то страшные, надо думать. Захват применяется, будет залом ноги сейчас уже неоднократно. По Форесту залом ноги, но это другая, кстати, вариация. Под рейджой куча урона, сейчас что будет дальше? Промахивается рейдж драйвом, Форест тут же бросается. На него бросается на своего оппонента. И лоу перри в очередной раз делается лоу перри от инфекшена, которая приносит ему победу в первом раунде за 7 секунд до конца боя. Какой боище крутейший. Тут у нас ребята разворачиваются. Топы дерутся, просто топы дерутся. Так. Ну да, объективно топ-4 игрока Российской Федерации. Вот, если вообще не всего СНГ. Не хватает такой только моба, Хидима, Мортона, Астрога. И еще парочку товарищей. Какое сало, полстроки просто нет с этого леща. Еще подбросил его там, воду кинул, на, говорит, тебе еще, полетай немножко. Ой, да теперь извини, говорит инфекшн, теперь я тебя немножечко побью. Теперь давай тыка полетаешь у меня. Вейки здесь, медовая вариация. Захват туда, говорит, в сторону. Ой-ой-ой, какой виф сейчас, или не виф это был, может быть, мог Форест продолжить, и было бы страшно. Разрывается ГС просто один за другим, 20 секунд до конца боя, по здоровью, в принципе, одинаково, получается ярость инфекшн, но налетает он на какую-то оплюху, которая отправляет его в нокаут в этом раунде.
Напускает магического леща, в итоге сравнивается счет по раундам. Напомню, что у нас бой идет до двух побед. Форест сейчас буквально в двух раундах от побед в нашем сегодняшнем турнире. И главного приза 2500 рублей от Томска ПКС. Вот. Ну и Infection у нас как претендент пока что борется. Борется, нужно ему делать брать ресет из FT2, потом выигрывать еще одну FT2. Ну и первый шаг для этого сделал, но этого мало все-таки против этого Диза Говарда. И одного, наверное, из лучших Дизов на Европе. Разрывает захваты, просто один с другим побили друг друга, в принципе, по здоровью одинаково у ребят. Он продолжает на захваты настаивать, инфекшн, нет-нет, они срабатывают. На ножку дебила налетает, к сожалению, для него используется максимальная комбина. Но нет, все-таки в конце дропается, есть время еще. Попытка была по сидячему захват сделать. И вот, наконец, ГС проходит, скорее всего, это смерть, даже в случае, если Форест разорвет. Да, но Форест не разрывает еще и ко всему прочему. Это раунд для инфекшна, очень хорошо складывается для него сейчас все в этом бою. Надо продолжать так же, в том же духе, переть. Ну, за такой вот вив просто колено, 13-фреймовое, по-моему, это колено. Густя или 14, в общем, очень быстрое колено. Куда ты распрыгался, ты милок, ты попугай, как же ты прыгаешь здесь с своими перьями, на тебе получай, захват тебе на те вейки еще потом. И снова наравне, на равных становится. Но Гус неумолимо идет вперед, отмахивается вертушками всякими страшными, если что вдруг, на тебе, вифпаниш, гарантированный всякий дэмэдж. И снова это вот вертуха, это даст подседунство, останавливает прыть нашего кота, так скажем. Отличнейшая ловкость. Ой-ой-ой, не было паниша. Здесь есть ярость у обоих игроков. Одна тычка Форест. И да, Infection делает эту тычку, забирает раунд, забирает бой. 4. Ну да. Ну и Infection тоже мог показать. Ну что ж, поехали. У нас финал Дикона от томского отделения ФКС, которое проходит в онлайн формате сегодня. Ой-ой-ой, контрхит. Да. И вот тут у нас... Ну. Счет 1-1. Да. Немножечко помешали друг другу два комментатора. Ну что ж, у нас четвертый час турнира идет все-таки. Да. Ой, как невкусно. И вот снова та оптимизация. Ой, повезло сейчас инфекшену, нужно что-то делать. Нужно, может быть, как-то это шанс, наверное, есть. Но нет, обоюдный трейд вот здесь. Отправляет нокаут Кошару. И раунд в пользу Фореста идет здесь. Снова лещи, снова вифпаниш в начале. Очень... Ситуация повторяется, очень хорошо отработано у инфекшена видно в этот момент. Так. Ежей кидает огненных своего соперника по металлу, они отлично летят. Супер бэкдэш там от Кинга заряжается, максмод включается, атака идет, но ничего не получает, но все-таки налетает, да, опять снова краем как-то морды своей кошачьей налетает он на этот тапок, который отправляет его к стене туда. Давай поменяемся с тобой сторонами, в любом случае, даже если захват разорвал сейчас Форест, он оказался в невыгодном положении для Инфекшена, но снова пытка сделать захват не будет. Просто как давит Форест, как он идет вперед, не поверил сейчас Инфекшен, мог продолжить эту комбу, сделал канцел, не наказал. Ну ничего, вот такой вот вкусный захват здесь имеется, на тебе еще полежать, чем пинка. О. Стена спасает сейчас. Почему не было захвата сейчас на стене, видимо, кривой угол какой-то. Кривой угол, да. Ой-ой-ой-ой-ой, как опасно. Снова DF1, снова куча тычек просто по лицу кошаку, поэтому... Турнамент поинт для Фореста, ребят. Турнамент поинт для Фореста. Ой, как опасно, страшно, какая музыка начинает у Зератула играть. Пытается напокать друг друга, отличный контрхит, здесь все конфирмно. Просто уходит от захвата своим бэкдэшем. Форест просто отбэкдэшивает, все захваты не получается. О. Опять здесь эта же ситуация, опять немного урона для себя вычленяет Infection. И снова подседунся здесь, и снова этот пинок из сидячего состояния. Нейтральные джебы, практически идеальная доводка, но нет, в конце немножко не получилось. Так было бы еще опасно и страшнее. Прожимается кнопка здесь, делает Форест комбинацию. Степит в сторону для оптимизации. Остается две тычки у инфекшена. Захват разрывается. Форест продолжает идти дальше и давлеть. Медовые варианты. Стреляет ежами, стреляет магией своей. Выдерживает инфекшен. Прыть. Просовывает дебагерища там. Ярость не использует. Попытка была довести до стены. Рейдж драйв у стенки. Подседунство от Фореста и 1-1 в конце. Великолепный бой. Великолепный бой. Концовка вообще достойная была. Infection просто грызся в конце. Грызся, выдержал всю напругу. Но не хватило немножечко в конце. Ну что ж, GG's, поздравляем Фореста с победой на нашем сегодняшнем турнире. Становится он обладателем первого места, главного приза 2500 рублей от томского отделения ФКС России и организаторов Дик-конвента города Томска, который проходит у нас в онлайне и открыт для всех желающих граждан России старше 14 лет. Вот. Несмотря на все анонсы желающих, у нас сегодня поучаствовать было не так много, но большой респект всем тем участникам, кто сегодня
на турнир зарегистрировался и подтвердил в итоге свое участие. Infection у нас занимает второе место. Получает он 1000 рублей. Вот, соответственно, мистер Максон у нас занимает третье место. Вот, получает 500 рублей. Четвертое место занимает Зератул. Вот, получает респект и уважение. Вот, за такой результат. И пятое, шестое место поделили между собой Кип Артем и Анубис Аракт, которые получают официальный спортивный разряд, так же, как и участники, занявшие более высокие места. Напомню, что топ-6 у нас получает официальные спортивные разряды вот, от Федерации компьютерного спорта Томского его отделения. Обратитесь, пожалуйста, к организаторам турнира для предоставление документов на получение, на присвоение этих разрядов, если у вас его вдруг не было или его действие закончилось. Напомню, что действие спортивного разряда у нас длится 2 года. Вот. Огромное спасибо всем остальным участникам. Вот. Огромное спасибо всем нашим зрителям, кто сегодня смотрел наш турнир. Вот. Почти 80, больше 80 зрителей было в пике по всем нашим сервисам, не только на Twitch, вот, но и на YouTube, и я думаю, что даже ВКонтакте там был наверняка какой-то рестрим вот, от нашей Томской Федерации компьютерного спорта. Вот. Большое спасибо Хаваку за организацию, за проведение. Большое спасибо всем вообще организаторам. Вот. То, что вы нашу дисциплину поддерживаете, не забываете о ней, как примерно процентов 70 региональных федераций компьютерного спорта. Вот. Ну и спасибо большое Серафиму за комментарии, вот, которые он сопровождает просто зажигательными все бои нашего сегодняшнего турнира. Ну и мне за то, что я все это дело организовываю, режиссирую. Да, да. Зератулу вот. Тоже спасибо большое. Ну все, все этом, будем прощаться, да. Увидимся в следующем году теперь, получается, уже в новом году. Ну, скорее всего, да, потому что у нас вроде как больше турниров нет. В начале следующего года наш RU FGC комьюнити собирается сделать файтинговый ивент по разным дисциплинам. По Текину я тоже думаю, что поддержу, сделаю турнир. Пока еще под вопросом, будет ли Tekken Geek Good Cup. Вот, на который донатами наша комьюнити насобирала достаточно неплохой призовой фонд. Вот, и, соответственно, будет ли это отдельный турнир. Ну, в любом случае, увидимся, наверное, уже в следующем году, действительно. Напомню, что будут еще дополнительные турниры от Томского отделения ФКС, вот, где можно будет получить разряд для участия чемпионате России. Будет, собственно, сам чемпионат России. Вот. Скорее всего, будет Кубок России. Будем на это надеяться. Ну и следите за анонсами. Вот. Будет много всего интересного. Ну, что, и на этом мы с вами прощаемся. Да. Всем спасибо. Всем пока. Удачи. Ну, всем пока. Играйте в Текинисимо. До новых встреч, ребята.